Ребят, всем привет! Вы на канале Joint Games, и мы продолжаем играть в симулятор качка. И давайте-ка мы телепортируемся вот сюда. Наконец-то, ребят, у меня получилось. Подождите-ка, почему теперь-то не получается? Почему? С чем это связано, ребята? Я не понимаю. Я вот перед тем, как записывать видео, я сделал 1000 силы специально. И теперь почему-то у меня он снова не нажимается, ребят. Я не понимаю, с чем это связано, почему так? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давайте-ка мы попробуем сейчас снова перезайти в игру и попробуем заново. Ну-ка. Ребята, неужели у меня получилось? Получилось. Вот я перезашел, наверное, раза 4, и у меня наконец-таки получилось, ребят. И мы можем, неужели, прокачать силу? Ну, главное, чтобы нам не мешали. А вон, смотрите, уже бежит драться с нами. Ну вот зачем? Уйди. С одного удара смотри, сколько он мне нанес. Так, здесь я не могу. Здесь тоже не могу. Так, здесь мы... Ну, здесь лечь можем. Здесь можем лечь. И вот здесь. А он сейчас нам не даст, ребят. Смотрите, он мешает нам. Вот какой, а? Здесь мы, кстати, не можем тоже. Окей. Вот, иди на беговую дорожку и все. И не мешай нам прокачиваться. Все, вот, пусть он бегает на беговой дорожке. А мы будем прокачиваться, ребята. И попробуем сделать 2000 силы сегодня. Так, займемся прокачкой. Кстати, вне видео я прокачал как раз до 1000 силы довел. И бег до 75. В бравлах пока мы не будем участвовать, потому что это бессмысленно. И, ребят, будем прокачивать силу. Надеюсь, мы сегодня успеем сделать 2000, потому что, смотрите, нам побольше дают силы. Вот именно вот в этой локации. Потому что увеличенная, смотрите. Ну ладно, 8,4 это ничего страшного. Сейчас нам дадут, по идее, должны больше дать. Так, ну что, ребят, прокачиваемся. Вон он бег прокачивает, потому что догнать нас не может. У меня 75 бега, ребят. И вот он решил, видимо, попрокачивать бег, чтобы меня догонять. 8,4, ну этого мало, конечно. Давайте побольше. Сейчас нам, по идее, должны... Вот, по 16, ребят, видите? По 16 нам дают, это, в принципе, очень хорошо. Вот сейчас, смотрите... Плюс 12, вот так мы сделаем, чтобы было видно, сколько нам дают силы. Уже 1200 сейчас будет, ребят, скоро, плюс 10. Тогда вот, напомню вам, до ребитха было максимум 10 силы прирост. Сейчас, смотрите, 10,5 нам дают, а максимум 21 могут дать, то есть в 2 раза больше. 12,6, вот смотрите, 12,6 дают, очень хорошо. И смотрите, уже 1200, вот 21, кстати, дали, 21 силу. И это очень, ребят, круто, и мы, скорее всего, в 2 раза быстрее сможем набрать 10 тысяч силы. А я вот, конечно, не уверен, будем ли мы еще один ребит делать. Я хочу, знаете, как скорее всего сделать? Набрать 20 тысяч силы. А после этого уже делать сразу подряд два ребитха. И как раз мы накопим, скорее всего, на питомца за 10 тысяч, на робота. Мы поучаствуем там, пока будем прокачиваться в бравлах. Выигрываем бравлов там, я не знаю, ну, тысячи две-три, наверное, мы сможем сделать. Даже больше, скорее всего, за счет бравлов, гемов. А потом уже будем, я не знаю, посмотрим. 1300 уже, ребят. И смотрите, он прокачиваться начал. Интересно, сколько у него сил? Я, конечно, не вижу его ник. Ну ладно, главное, он к нам не лезет. Не мешает нам прокачиваться. И то хорошо. И, кстати, вот я все-таки, ребят, не понял, почему иногда работает Ешка. То есть можно вот так вот лежать, прокачиваться. Или вон там вот со штангой вставать. А иногда нельзя, просто это невозможно. Это, видимо, все-таки зависит от... сервера и что-то еще, ребят, надо сделать, чтобы вот Ешка работала. Я только не понимаю, что. Я вот перезаходил раза 3-4, если не больше. И вот все-таки заработало. Очень круто. Смотрите, у нас уже 1400 почти. Ну-ка, сейчас 20, если 21 дадут. Нет, дали 10. Ну, это тоже, в принципе, очень хорошо. И, ребят, смотрите, у нас уже 1400 силы. Мы за... целый выпуск раньше делали примерно 400-500 силы, а теперь просто за несколько минут у нас уже плюс 400. Очень круто и очень быстро, ребят, теперь прокачиваемся. Вон плюс гемы еще дают. Ну, гемы, в принципе, и тогда давали, но сейчас, наверное, мне кажется, чуть побольше дают. Хотя, может быть, нет.
Может быть, также дают гемы. Так, что там у нас? А, у нас, кстати, да, у нас же было тут другое на неком написано. Не помню, там вроде как-то гигант или что-то такое было написано. А теперь мы, ну, такие слабенькие самые, ребят. Смотрите, мы, наверное, на сервере... Не, не самый слабенький, но с конца, ребят, смотрите. У нас 1500 почти силы. И это, в принципе, уже хорошо, потому что мы не самые слабые. И в Бравле уже есть шанс выиграть. Но мы пока не будем участвовать в Бравле. А мы будем прокачивать силу. Наша задача сейчас сделать 2000 силы. Потом 3, 4 и так далее. Вот, 1500 уже, ребят. Мы половину сделали. Очень круто и, ну, как быстро-быстро очень. У нас бег, кстати, тоже очень хороший сейчас. Мы очень быстро бегаем, но можно сделать еще быстрее, чтобы прям вообще ух, как быстро бегать. Я вот не знаю, если мы сделаем, ребят, 3 ребитха, будет ли прокачка идти еще быстрее? Мне вот это интересно. Смотрите, пока у нас 1500, да? Ну, примерно, я не знаю, за выпуска 4-5 мы сделаем 10 тысяч силы снова. И вот я не знаю, будем ли мы на этом останавливаться или все-таки дальше лучше 20 тысяч довести. И потом сразу же 2 ребитха сделать и пойти в новую локацию, которая стоит 3 ребитха. Ну да, там 3 ребитха она стоит. Очень интересно, что там в той локации будет. Потому что, ну вот здесь в принципе да, очень хорошо, ребят, то что прокачка быстрее идет. А там будет еще быстрее, потому что у нас еще плюс 2 вот этих ребитка будет, то есть у нас 3 всего их. И плюс еще новая локация, там тоже вот новые, видимо, станки будут, и прокачка будет гораздо-гораздо быстрее идти. Ну, я так думаю, по идее так и должно быть. Скорее всего, так мы, ребята, сделаем. Сначала накопим 10 тысяч, потом подумаем хорошенько, будем ли мы делать второй ребитх. Или сразу же накопим на второй, то есть 20 тысяч сделаем. А нет, подождите-ка. Там же надо на ребитх 11 тысяч, а не 10. 11 тысяч, потом, скорее всего, надо будет 12 тысяч. И потом уже будем решать, да, ребят. Скорее всего, нам надо понадобится 23 тысячи. 23 тысячи силы, чтобы сделать 3 ребитха. Да-да-да, я вот это немножко упустил, вот этот момент. Но, скорее всего, так и будет, да, ребят. А, 1.5 минуты остается до Бравла. Ну, скорее всего, мы участвовать в Бравле не будем, ребят. У нас сил не так много. Смотрите, мы почти самые последние. Четвертый снизу. Самый первый 11 500. У него, кстати, один ребит есть. И я вот не знаю. Ну, в принципе, мы догнать-то его догоним легко. А за пару выпусков у нас уже будет там 4-5 тысяч силы. И, в принципе, можно будет уже участвовать в Бравлах и пытаться побеждать в них. Вот, плюс 21. Давали почаще 21. Очень круто, ну, гораздо быстрее. Ну, по 12, в принципе, тоже хорошо, но по 21 это в два раза быстрее, ребят. Хотя, знаете, вот смотрите, сейчас 10, 12, 21 дают. Иногда, конечно, дают поменьше, но раньше очень часто давали по 1, по 2. То есть, ну, сейчас, ладно, тоже дают так вот по 4, еще поменьше, но раньше было гораздо чаще. И это, вот смотрите, по 21, то есть в два раза больше, в два раза быстрее мы прокачиваемся. 1700, ребят, плюс 4 гемы еще дали, очень здорово. 30 секунд до Бравла. И, ребят, у нас остается всего лишь немножечко. 250 силы нам надо, чтобы сделать 2000. Очень круто, очень быстро. И я хочу скорее уже накопить на питомца, ребят. На нового питомца. Ой, там кто-то пришел. Главное, чтобы он нам не мешал. Сейчас... Он, нет, не идет, нет, он вроде бы не идет, но сейчас ляжет, скорее всего. Да, конечно, ну зачем ты это делаешь? Взял, просто помешал нам прокачиваться. Воу, ничего себе, смотрите, на ком стою. Я на гиганте каком-то стою, ничего себе. Ага, все, я упал. Ух, ничего себе, ребят, смотрите, какие мы большие стали. Так, интересно, сколько у него силы? Сколько вот у этого было силы, который нам помешал? Все, он ушел. Смотрите, взял, помешал нам и ушел. Ох, какой, а. Так, ну мы прокачиваемся дальше, ребят. У нас осталось 210 силы всего лишь до 2000. И вот если бы до ребитха, ребят, мы бы очень долго набирали эти 2000. Прям реально долго. А тут получается за один выпуск. Ну, ладно. Я вне видео еще прокачался немножко. Там где-то 600, наверное, 700 сил я прокачал.
до 1000 довел, и бег также я прокачал, чтобы, ну, как-то не знаю, я потому что думал, возможно, 1000 силы надо, чтобы вот здесь вот прокачиваться, но нет, ребят, все-таки сила здесь не важна. Тут как-то, я не знаю, все-таки перезаходы решают. Я вот сколько раз перезашел, и на какой-то, ребят, все-таки мне получилось вот здесь лечь и начать прокачиваться. Поэтому, кто не может, ребят, тоже перезаходите до тех пор, пока не сможете нажать Ешку. А поэтому я думал сначала, ну, это как-то от силы, может быть, зависит или что-нибудь еще, какие-нибудь параметры. Но нет, ребят. Ой, вот же он! Это он! Ну, не мешай! Не мешай! Он мешает, ребят, нам. 1902 силы у нас. Я его даже не заметил. Ну, сколько у него сил? Давайте посмотрим. Так, где ты? У него... Подождите, я не понял. А, вот он. У него 7400, похоже. Насколько я понял. Давайте сейчас посмотрим еще раз на него. Это вон он прокачивается. Давайте вот это попробуем. Нет, это мы не можем. Это мы не можем. Не мешай, главное, мне. Так, Тел, у него ник Тел, да? Да, 7400 у него силы, ребят. Смысла мне нет с ним тягаться. Я вообще никак его не осилю. Смотрите, подписчик наш зашел. 30500 силы и 20 ребитков у него. Ничего себе. Вот этот и мощненький. Смотрите, 6635 киллов у него. Ничего себе, сколько ты играл? Сколько ты играл? Очень круто. 20 ребитков у тебя. Да, это, конечно, сильно. Так, у нас почти, ребята, 50 силы не хватает. Еще сейчас сделаем 50 силы и все. Мы, наверное, на этом закончим этот выпуск. И будем продолжать в следующем видео прокачиваться до 3, 4 и так далее. До 10 тысяч. Нет, до 11, скорее всего, потому что 11 тысяч стоит следующий ребит. Так, ну-ка. Оп, еще 5 всего лишь не хватает, ребят. Так, ну-ка, давай. Оп. Все, а, нет, не хватило, смотрите-ка, плюс 2 дали. Нам надо еще немножечко, совсем чуть-чуть, ну-ка, плюс 2. Все, ребят, 2000 силы, смотрите, кстати, сколько у меня бега, сейчас я вам покажу. Смотрите, у меня 75 бега. Очень быстро бег прокачивается. Я, возможно, даже в следующем видео, ребят, доведу до 80, чтобы еще быстрее быть. Вот как-то так, ребят, всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч, пока-пока.